что, вот так вот с дождика начинается пятый международный тяжелоатлетический учебно-тренировочный сбор. Не помню, если дождик был всегда к прухе, но вроде к прухе. А что нам надо? Банка протеина есть, штангетки в сумке. Все, готовы пахать. Когда готовились к этому кемпу, я когда общался с народом, они меня спрашивали, а какая погода будет в России в мае? Я говорю, да тепло, все нормально, как везде уже, все, загорать можно будет. Загорать. Ребята, там кто в России за погоду отвечает, перед людьми неудобно, ё-моё, позорите. Что за Антарктида там? Баскетбол плеер. На рывка одни, на толчка одни. Берестов, ты на этом сборе будешь удивлять всех? Вкус. Не так сказал, офкорс. Сто 111-200. И это в штанах, футболке. 110. Ну, к концу сбора пятнашечку, конечно, надо весить. 10 это не серьезно. Это даже неприлично, некрасиво. 15 будет очень красиво и сексуально, но в трусах. Не в штанах. Ой, запах, как я люблю этот зал. Каждый раз, когда сбор начинаем с Димоном Берестовым, начинаем со словами благодарности людям, которые приехали на кемп, будь то кросслифтинг-кемп или уже вот пятый тяжелоатлетический кемп. Слова благодарности за то, что они дают нам эту возможность вернуться сюда, там, где мы выросли, там, где мы начинали. Вот, конечно, здесь все такое родное. Вот с Димой Лапиковым мы к юниорским соревнованиям готовились вот на этом помосте вместе. Геннадий Викторович нас тренировал. Вот кажется, пустячок, а помост отправляет нас на 15 лет назад. В 2002 году на этом помосте готовился к таким, к первым, наверное, серьезным соревнованиям. Вот, помню, такой дрыщ был. Ну и сейчас, в принципе, дрыщ тоже, да. 110 херли. Welcome to House of Pain. Пошли взвешиваться. Чудовище. Чудовище, я был на прошлом кемпе. Я 110 завесился. Я 108. Подожди! Подожди! 110. О, быстрее оставляй. 110. Минус. Минус, 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 минус. Что 105. Ну что, в какой форме ты сейчас находишься, расскажи. Я начинаю накатывать. Куда? Самое интересное, куда? Честно скажи, куда? СН-ПРО. А в первый день или во второй? А что там будет, в первый или во второй? Раскрой секрет. Тяжелая атлетика в один день, кросслифтинг в другой день. Аутсайдер, да.
Gentlemen, what the fuck are you doing? Oh man. Just do it. Ты моя уже. Мне все оторвется с тобой. Все! Все! Very good. Супер. Strong man. What you eat for breakfast? Why are you so strong? Today I had carbohydrates. Yeah, sugar. Porridge? Yeah. It's it, just porridge. Yeah, that was good. That was good. Yeah, that was good. They taste it. You never eat porridge before? No, I never have. You see? Yeah. This is why Russian is so strong. Oh, man. Не знаю, я каши много ем, что-то у меня так с кашей не прет, бля. Мне Саня, чего вы так с кашей проперло-то? Я не знаю, калий туда добавил. Что-то, да. В номере, видимо, ему что-то добавили. Все, первый денек подходит к концу. Народ, видно, устал. Некоторые прям очень устали. Вот парень идет в черном. Парень с Индии. Я не знаю, как он 2 недели выдержит. Он сегодня уже so tired. Как положено для набора веса. Night diet. Night diet 2.0. Фух. Сейчас Берестов будет читать лекцию о том, как он всех обманул и выиграл Олимпийские игры. Сейчас будем слушать это. После 1996 года, после 2004 года, по этому поводу очень переживает.